Здравствуйте! Вы на канале «Час ремонта», и сегодня я расскажу вам о лучших электрических полотенцесушителях, которые позволят вам в любое время года быстро высушить полотенце и белье в ванной комнате. Я подготовил топ-7 таких устройств, основываясь на отзывах множества покупателей и мнениях независимых экспертов, и сейчас расскажу вам о главных достоинствах каждой модели. Также в описании под этим роликом я оставлю ссылки на специализированные сервисы, на которых вы сможете сравнить стоимость этих полотенцесушителей. Буду рад, если этот топ окажется полезным для вас и поможет определиться с покупкой. Ну а вы, в свою очередь, можете поддержать меня своими лайками и комментариями. Также хочу напомнить, что на канале «Час ремонта» регулярно выходит много интересных обзоров и рейтингов различного инструмента и товаров для дома. Поэтому рекомендую подписаться и нажать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начну топ лучших полотенцесушителей. Поехали! Открывает наш топ Terminus Euromix P8. Он станет отличным решением для большой семьи и квартир с просторными ванными комнатами. Устройство имеет 8 перекладин для удобного развешивания. А благодаря небольшим выступам и вгнутой форме перекладин, создается максимально удобная конструкция, позволяющая получить еще одно место для сушки белья. Выполнен этот полотенцесушитель из экологичной гипоаллергенной пищевой нержавеющей стали. И в конструкции нет каких-либо острых углов, за которые может зацепиться белье или можно пораниться. К достоинствам данного устройства стоит отнести возможность регулировки температуры в диапазоне от 30 до 70 градусов Цельсия с помощью терморегулятора. Кроме того, кабель для подключения к сети, который идет в комплекте, при покупке будет лежать отдельно. Из него торчат провода, которые нужно подключить к устройству самостоятельно. На самом деле это сделано не для того, чтобы доставить покупателю больше головной боли, а наоборот. Возможно, вы захотите установить скрытую проводку. И Terminus Euromix P8 позволяет сделать это. Каких-либо недостатков этот полотенцесушитель не имеет, так что могу смело рекомендовать вам его. Продолжает наш топ еще один представитель торговой марки Terminus – полотенцесушитель Classic P5. Он обладает довольно компактными размерами, так что станет отличным решением для небольшой ванной комнаты. К тому же он выполнен из нержавеющей стали и обладает симпатичным дизайном, поэтому преобразит даже старую советскую ванную комнату. В конструкции прибора предусмотрено 5 перекладин для удобного развешивания нескольких полотенец или другого белья. Одним из главных достоинств этого прибора является возможность скрытого подключения, что позволяет ему выглядеть максимально лаконично и аккуратно. Делая ремонт в ванной комнате, вы сможете скрыть все провода под плиткой. А еще в этом полотенцесушителе есть терморегулятор, а также кнопка включения и выключения. Так что для отключения девайса вам не придется выдергивать шнур из розетки. Каких-либо существенных минусов у этого устройства нет, и владельцы высказываются о нем крайне положительно. Учитывая еще и то, что он потребляет мало электричества и продается такой полотенцесушитель по привлекательной цене, это делает его одним из лучших по соотношению цена-качество. В общем, отличный вариант для небольшой семьи и маленькой ванной комнаты. Далее в нашем рейтинге лучших электрических полотенцесушителей идет Сунержа Богема 2.0. В первую очередь стоит отметить, что выпускается это устройство в различных расцветках корпуса: серебристая, золотая, бронзовая, белая, черная. Вот далеко не полный список цветов, в которые может быть выкрашен этот прибор. Таким образом, производитель позволяет подобрать полотенцесушитель, который лучше всего впишется в интерьер той или иной ванной комнаты. Устройство имеет форму лесенки и от 8 до 20 перекладин, расположенных на разном расстоянии друг от друга для более эффективной сушки. При этом Сунержа Богема 2.0 может быть как довольно компактным полотенцесушителем, так и занимать высоту полстены. Производитель предлагает огромный модельный ряд с размерами от 50 на 30 см до 120 на 60 см в высоту и ширину соответственно. На каждой модели имеется поворотный регулятор, с помощью которого пользователи могут устанавливать температуру нагрева в диапазоне от 40 до 60 градусов и время работы от 1 до 5 часов.
поэтому вам не придется постоянно следить за работой такого прибора. Он автоматически выключится, когда закончится установленное время. Из других достоинств устройства также стоит отметить возможность скрытого подключения. Однако для этого придется докупить отдельно соответствующий модуль, который спрячет кабель. Каких-либо существенных недостатков этот полотенцесушитель не имеет, и его владельцы высказываются о нем только положительно. Единственное, что может вызвать недовольство, так это стоимость, которая может оказаться на порядок выше, чем у аналогичных устройств такого же размера. Напомню, что сравнить стоимость всех электрических полотенцесушителей, попавших в этот топ, вы можете на специализированных сервисах, ссылки на которые есть в описании. Кликайте по ссылкам на заинтересовавшие вас модели полотенцесушителей после того, как закончится ролик, и смотрите актуальные цены на них в различных интернет-магазинах. А пока что переходим к следующему герою нашего топа. Терминус Виктория P7. Это полотенцесушитель в виде лесенки с 7 перекладинами, размерами 450 на 750 мм, что позволяет удобно развешивать большое количество полотенец и другого белья для их равномерного высушивания. Он станет отличным приобретением для большой семьи и отлично впишется в интерьер любой ванной комнаты благодаря своему дизайну в белом, черном или серебристом цвете. Подключение прибора может осуществляться как через розетку, так и скрыто, что будет актуально для тех, кто не хочет портить интерьер ванной комнаты торчащими проводами. Прибор очень прост в установке, которая не занимает много времени, а также имеет функцию регулировки температуры. С помощью установленного в него терморегулятора пользователи могут устанавливать нужную температуру в диапазоне от 30 до 65 градусов. Но стоит учитывать, что в режиме максимального нагрева прибор становится очень горячим и от него можно обжечься. Также стоит отметить, что у прибора имеется светодиодная подсветка, благодаря которой вы всегда будете в курсе того, включен полотенцесушитель или нет. Что касается отзывов на данную модель, то владельцы высказываются о Terminus Victoria P7 только положительно, отмечая возможность регулировки температуры и удобство использования. Terminus Euromix P6. Еще один полотенцесушитель от торговой марки Terminus в нашем топе – Euromix P6. Благодаря компактным размерам он отлично подойдет для небольшой ванной комнаты, при этом позволит разместить много белья на 6 имеющихся перекладинах. В конструкции этого прибора несколько перекладин чуть выступают над корпусом, что обеспечивает более удобное развешивание полотенец и другого белья и их эффективное просушивание. Каркас перекладины в этом полотенцесушителе выполнен из нержавеющей стали с повышенным содержанием никеля и хрома, увеличивающим стойкость к появлению коррозии, прочность и теплопроводность. Также стоит отметить, что благодаря мощному встроенному тену поверхность полотенцесушителя может нагреваться в диапазоне от 30 до 65 градусов за 10-15 минут. Для включения-выключения устройства и выбора одного из четырех режимов работы предусмотрена панель управления с удобными кнопками. Также прибор поддерживает скрытое размещение кабеля, чтобы лучше смотреться в интерьере ванной комнаты. А еще этот полотенцесушитель довольно экономичный в плане расхода электроэнергии. Так что повышенных коммунальных платежей у вас с ним точно не будет. В общем, это отличный вариант для малогабаритных ванных комнат и небольших семей, который позволит быстро высушить полотенце в любое время года. Продолжает наш топ термозигзаг. Это целая модельная линия полотенцесушителей, соединяющая в себе лаконичную, прямоугольную раму и многочисленные перекладины, расположенные под различными углами. Могу порекомендовать устройство из модельной линейки «Термозигзаг» тем, у кого ванная комната выполнена в техностиле, и тем, кто хочет разместить в ней оригинальный предмет интерьера. Все модели имеют одинаковую ширину в 500 мм, что позволяет удобно размещать на них белье. Высота же будет зависеть от количества перекладин. По желанию можно выбрать полотенцесушитель, имеющий 6, 8 или 10 перекладин в белом или черном цвете, с матовым или глянцевым покрытием. Нагревается прибор быстро, но, к сожалению, не имеет встроенной регулировки температуры. Хотя в конструкцию предусмотрена возможность установки терморегулятора, который продается отдельно.
Зато этот полотенцесушитель имеет возможность скрытого подключения к сети, что будет очень удобно в различных интерьерах ванных комнат. А еще производитель дает гарантию 8 лет на то, что устройство не выйдет из строя. В общем, если вы хотите долговечный полотенцесушитель с оригинальным дизайном, то стоит обратить внимание на модельный ряд приборов «Термозигзаг». Завершает наш топ модельная линейка полотенцесушителей Energy Ergo, которые довольно экономичны в эксплуатации и сопоставимы по энергозатратам с электрической лампочкой. Производитель выпускает несколько полотенцесушителей такого типа шириной 500 мм и высотой до 1,2 метра, что позволяет выбрать покупателям подходящий вариант для своей квартиры. В зависимости от размеров прибор будет иметь 6, 9 или 12 перекладин круглого сечения, разделенных на секции по 3 штуки. Такая особенность конструкции позволяет наиболее эффективно сушить развешенные полотенца. Кроме того, для всех полотенцесушителей Energy Ergo предусмотрена возможность установки дополнительной полки. Регулятора температуры тут, к сожалению, нет, но после включения прибор нагревается до 60 градусов всего за 5-10 минут. И, как отмечают владельцы, сушит полотенце он отлично. Что касается подключения, то полотенцесушители Energy Ergo могут работать как от розетки, так и через скрытую проводку. Это был топ-7 лучших электрических полотенцесушителей. Напомню, что сравнить их стоимость вы можете на специализированных сервисах, ссылки на которые есть в описании. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. А также рекомендую вам подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы быть в курсе выхода новых роликов. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Час ремонта».